Всем привет! Шестая серия, финал. Посмотрим, что нас ждет в этой серии. Будет ли какая-то неожиданная концовочка? Что для нас заготовили разработчики и их сценаристы? Тут мы были. Так, погнали. Брифинг untouchable. Неприкасаемый, да? Ага, не дают. Ладно, хорошо, идем сюда. Ты еще здесь? Все еще цепляешься за свою самооценку? Агент 47, высший хищник. А, я могу управлять этим всем? Так, и что? Всегда скрывающийся за заголовками. Совершенство, ставшее само по себе оправданием. Или умышленное отвлечение внимания. Стена, возведенная из контрактов, чтобы защитить тебя от неприглядной истины. Именно тот инструмент, которым они тебя создали. Великолепный образец. Как ты можешь вообще действовать по-своему? У тебя имени-то не было. Пока я тебе его не дала. Это он. Борнут не перестает меня удивлять. Ты действительно уникальный индивид. И надо думать, она хотела, чтобы я тебя устранил? К счастью для тебя, я никогда не выбрасываю ничего полезного. Подготовьте сыворотку. Забывать это не так уж плохо. Ты уже это проходил. Что он делает? Все еще смотрит на нас? Боюсь, что так. Несчастный овощ никак не поймет, что его время прошло. Может, мне стоит отвезти его в лес и бросить его там? О, это классика. Он был верным инструментом. Но все со временем приходит в негодность. Не могу не согласиться. Ты закончил? Токсины играют внутри твоих кошмаров. Не позволяй им этого делать. Пойдем. Проветрим тебе голову. Пересекается с метро, там тоже в конце такое было немного психоделическое. А и Far Cry там тоже такое есть под конец. Она хотела, чтобы я умер. И у нее было полное право после того, что мы сделали. Но это не то, что происходит на самом деле. Она выбрала силу. В конце концов, она оказалась такой же, как они. Нет. Она нашла способ повернуть искусство Эдварда против него. Остальное за тобой. Я не знаю как. Ты знаешь. Диана! Иду. Как только ты устранишь Эдвардса, я разберу Провиденс по кирпичикам, и все будет кончено. Все, что тебе необходимо, это принять прошлое. Ну теперь у меня, думаю, возник резонный вопрос. Это было видение. Мы сейчас пришли в себя, и события, которые были в предыдущих частях, просто тут немного сдвинуты во времени, то есть мы сейчас попали как в прошлое. Я сейчас немного не понял, что сейчас было. Ну да ладно.
Значит, устранить нужно Артура Эдвардса. Сэр, мы произвели новый сэмпл серума. Да, те же специи из лаборатории в Йоханнесбурге. A dosage is on its way to your car as requested. Well, I recommend that the muscle paralyzing agent used to incapacitate the subject is out of his system before the serum is administered to avoid unwanted side effects. Yes, sir. I will inform you once the subject comes to. Положил трубочку. А я положу тебя. Я думаю, было бы палёно убить его во время телефонного разговора. Конечно же, мы сразу становимся доктором. Доктор у нас хочет отправиться вот сюда. Но, если честно, под конец игры механики уже, конечно, устаревают, ну и начинают немного надоедать, потому что все-таки они однообразны. То есть это прикольно все смотрелось там в первой, во второй части. А тут уже как-то такое. Я что-то могу сделать. А, ну это переодеться обратно, да? Причем забавно написано «Объект 47». Интересненько. We need to find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. Figure this thing has commercial applications? Ага, вот наша мишень, черти где. Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effect to individual memories. Отлично. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. Это я не могу открыть, а тут нужен код, которого я не знаю, да? Ага. А кто знает? Come on, Jim, was it? It always starts like this: GPS, microwaves, duct tape. This serum will eventually improve lives. I've got to believe that. Tell that to the poor SOB in the rear car. Mr. Al Cahal. No offense. Ребята, кто знает код? Может, этот чувак сейчас будет выходить? А, конечно, дождешься от него. Ага, ага. Вы показали, что он там зырит. Так, и куда ты пойдешь? Конечно. Загадочно смотрю в доску. Здесь же пишут, да, код доступа на стенках. Ну где-то же он есть. А вот. Ну отстань от меня, ну блин, только начало. Там что-то было из разряда 5. А что подсказка? 0, 7, 2. Что такое? Ага, этот уже стоит на стрёме. Ну ладно, вырубим. Я думаю, меня все равно не спалят, если мы это быстро все сделаем. Так, волыну сразу давай сюда. Это странно, тут всех наложили, так что, ну, я могу делать все, что я хочу. Ты мне точно не пригодишься, на всякий случай мы тебя спрячем. Хотя я сомневаюсь, что сюда кто-то придет. Тут какой-то код. Ну, не опознала бы меня, была бы живая. Ну что ты, застрял? Совсем застрял. Блин. А, понятно, я думал, ты поднажать можешь. Хайд можно. Иди сюда. На всякий случай, как бы я сомневаюсь, что вообще на самом деле надо это делать. Ну да ладно, сделаем.
Ясненько. Я думал, ты ее сюда закинешь. Подожди. А, ну да, она. Короче, неинтересно. Что ты можешь сделать? А, она живая еще была. Типа в отключке просто была. И сразу вода переливается, да. Почему нет анимации, где он... Вот 52-22, это может быть намек? Очень интересно стало. Стоп, тут есть карточка. И тут есть карточка. Какие-то документы. Кода тут никакого пока нет. Сюда мы смотрели. Ну, мне кажется, нужно все-таки в охранника переодеться. Это более выгодное обмундирование для нас. Дальше я даже не знаю, что делать. А, тут опять вот 5-2-2-2. И 5-0-7-2. А, нет, 5-8-7-2. Может ли это означать код? Нет. +1979. Может, это намек? Ура! Юху! Ну, я думаю, мы тут все сделали, да? Нет, открывай. А тут что у нас? А я тут ничего не могу, да, сделать почему-то. А, тут надо какой-то инструмент, которого у меня нет. Ясно, понятно. А вот и инструмент. Что-то как-то тут все очень сильно линейно. Открыли код. Идем дальше. Я просто чувствую себя в квест-комнате. Внезапно. То есть все это время мы ехали на поезде. Но не было шума. Ничего не трясло. А ну. Ну да. Ну мы же знаем, как у нас все. Вот так вот. Тотах-тотах. Разрешите пройти. Тотах-тотах. Ну да ладно. А, так ты что, лом сразу тут же и сломал на месте? Или он у меня остался? Не, сломал. Сломал. 4 патрона всего. Странно. Ну да ладно. Так, как лезть? Что делать? Мне же явно надо куда-то попасть, правильно? Ага. Погнали. И не падает он, главное. Ну-ну. Ну ладно, не буду придираться к игре. А, теперь понятно, почему так далеко моя цель. То думаю, блин, это ж... Угу. Это намек. А, в смысле ты... Ты потратил 2 патрона, у меня всего 4 было. Ага, все, я не могу у него переодеться, потому что форма такая же. Надо же, как тут предусмотрительно положили бэк, чтобы мне было куда спрятать труп. Какие-то появились. Так, перезарядись. Ладно, 6 патронов. По итогу мы немного накрафтили патронов. Ого, тут вас многовато будет. А, стоп, что я прячусь? Я ж типа свой. Что это такое? Не могу сделать. Почему? Ничего, что мне для этого надо? Просто задизейблено и все.
Никаких объяснений. Но у меня же ключик какой-то есть. Это не тот ключ, который мне нужен. Ну ладно. Перелезем тогда пока. Тут что у нас? Тоже не могу открыть. Монтировку он сломал. А еще одну монтировку мне не дали. О, баранка. Почему я ее не заметил, когда я вот так делал? Ну да ладно. Продолжаем играть в наш в нашу квест-комнату. Так. Откуда свет появился? А, у него рация светится, типа. Ясно. Открылся люк. Ну что, лезем опять на крышу. О, вы видели? У нас тут платформил начал. Меня чуть не сбили. А, теперь надо уходить вправо. Смотрите, смотрите. Ну, явно можно... Ну да, можно схлопотать люлей. Немного Марио, только в 3D. Кто-то положили заботливо. Конечно же, берем. И вот еще что-то лежит. Сосулька? Там что-то еще лежит. Слушайте, ну... Давайте, чтобы я не пожалел, я все-таки сохранюсь. Мне просто интересно. Сосульку мы, конечно же, прячем. И заходим, как ни в чем не бывало. Я же свой, чувак. О, пистолет. Anyway, this was January 12 years ago or roundabouts. It was like Ребзи. А никто же ничего не заметит, правильно? Ну никто ничего не заметит. Я вам серьезно говорю, никто сейчас. А, у меня патронов мало. Ну ладно, мы начнем тогда вот так. Ай, нет. 47-й, вообще не время тратить патроны зря, подожди. Вот. Патронов 0, но вы же понимаете, что я это все не просто так затеял. Я это все затеял для того, чтобы накрафтить с них патронов. Давай, перезаряжайся. Мне кажется, я должен остаться в плюсе. Есть что? О, монтировочка. Вот еще. А это я, наверное, брать не буду, потому что это палево, да? Ого, ого, какая пуха. Ого. Либо, как вариант, просто переодеться тогда в этого чувака, да? Ему же дозволено такое носить. О, еще. Не, ну я явно сейчас в плюсе. А что у нас еще там было? Ага, ничего не подсвечивается. То есть где-то же мне... Нужна была отмычка. Но мне кажется, уже возвращаться смысла нет. Я сейчас явно такой более припакованный стал. Все, я теперь просто машина для убийств. Терминатор Т-1000. Давай, давай, быстрее, ты еще по голове получишь. Можно этим в голову дать, да, кому-то? Ага, ага. Ну давайте проверим, спалят нас или нет. Нет. Теперь вопрос. Сейчас вас тут раз, два, три. Ether Corporation bought this train for sample backup. Давайте вот это. А, тут всего 4 патрона, тюбля. Не успел? Ну, судя по всему, нет. Будем крафтить патроны. А вдруг в конце финальный босс? А вдруг? Такое может быть. Итого, осталось 2 патрона. Просто пару чуваков всего-то несчастных. С
смысле, а кто... Как это можно было боди найти, если тут никого нет, ребят? Я зачищаю все. Ну давай, давай, давай. Давай. Опа. Жалко, что они такие по-киношному не отлетают назад именно. Открывай дверь. Ладно, я сам открою. Привет. А дальше мы возьмем еще одну газировку. Ну, не еще одну, а ту же. Где она была? Не могу я взять. Ладно. Ну, что я вам хочу сказать? Тут никого. Теперь вопрос, как мне поизбавляться от трупаков? Потому что то, что я их тут всех завалил, это круто, классно. А, ты можешь вылезти через окно. Ух ты, как интересно. Хорошо, мы забираем патроны. Мы забираем твою одежду. А, нет, ты такой же, как и я. Ага, понял. Отстань от него. Нам нужен не такой же, как и я. И... Опа. А как это я прошел и не заметил? Отлично. Неплохо мы так лутаемся. Появились мы без ничего, с голыми руками. Сейчас у нас уже чего только нет в кармашках. Ну, явно не отвертка мне сейчас нужна. Ой, еще ж сосулька есть. Чуть я не могу это открыть, если у меня уже и лом даже есть. Подожди, ну что, все одноразовое? О май гад. А я тут рассказываю, как мы тут залутаны, у нас тут все есть. Понятно, понятно. Ну я даже не знаю, мне тут такими темпами, наверное, можно просто по крыше побегать, да и все. То есть мне не совсем... О! На всякий случай, было... Чем не мыло, я, конечно же, не понимаю. Ну, давай, тут и водичку мы тут откроем. А, я мог аккуратненько его сюда привлечь, чтобы он пришел ко мне в гости. Ух ты, прикольно. Давайте посмотрим. Ну, это очень необычно. Прям нравится. Круто. Я прям кайфую. Потому что, если честно, я когда садился записывать серию, такой думаю, ну ладно уже, запишем последнюю серию. И закончим на этом. А тут прям, и что будет? Что я могу сделать? Полыну скрафтишь? Глушитель. Да ты шо? Шах и мат. Ничего себе. Вы что, под конец решили меня удивить? Или это просто из-за того, что я перед этим постоянно просто ходил и всех убивал? Я не заценил, и там можно было в каждой серии подобное делать. Не совсем понятно, зачем мне это? Ну, вы же меня не спалите, я же свой. Можно что у вас лутануть, я сразу так нацелюсь. Давайте пирожок возьмем. Угу. Ай-ай-ай, чуть не запалил. Ай-ай-ай-ай-ай. Все отлично. А в смысле ты идешь и палишь меня? Давай ты не будешь так делать. Понятно. Ой! Ой, говорит. На тебя. А чё ты не стреляешь?
А, ой, а я не умею, подожди. Нет, я не был готов к этому, я думал, что я его убил. Нет. В общем, крафтим как крафтили. Надо было все-таки, наверное, тех чуваков так сильно не убивать. Потому что, видишь, теперь меня палят. Ну, я, в общем, сам себе сделал не очень хорошо. Ну, мне интересно, если я там вообще просто такой оп. Ну, иду себе. Да, начал под конец меня палить. Я не могу, да, тут вылезти. Мне бы по-хорошему сейчас на крыше полазить. Не идет за мной. Это здорово. Опа. Точно, я забыл. Мы же в квест играем. Тут все линейно. О, давай. Сейчас посмотрим. А ну иди сюда. Ку-ку. О. Аджа. Что я могу взять у него? А, пистолет. Это супер. И вот сюда. Вот тут еще одно вакантное место. Сейчас посмотрим, прокатит ли второй раз так сделать. Ну-ка, еще разочек. Походу нет. Или я включил на место все. А ну еще раз. Нет. Ладно, минус один, это уже хорошо. Ай. Ну я даже не знаю, что теперь делать. Вылезти мне тут не позволено, да? В окошечко, не? Ну, enter это сюда, enter, да. Хочу сказать. У меня же теперь глушитель есть. Мне кажется, все очень чисто сыграно. Ну, вот мы еще и спрячем. Место-то у нас есть. Даже игра сохранилась. Ничего себе. Ну, я его тоже в уголок туда спрячу. На всякие пожарные. СССР. Интересно, у нас тут отсылка. Все, я думаю, тут уже... Хотя тут же вон и звезды. Интересный вагон у нас тут получается. А вот и я. И опять я ничего не могу сделать. Ага. А, понял, вылазь. Я не хочу проверять, можно ли получить по лицу, поэтому буду обходить это все. А почему я ничего не могу сделать? Тихо, отходи. Так слезь. А, все, отлично. Не, это залезь, это... А слезь. Так. Ничего не понимаю. А, вот он.
Вот, и сюда мы залезли. Блин, я могу вот так... Ух ты, они говорят... А, ну да, там же написано было, что мы в Карпатах, да-да-да. Он только что спросил, а где мы? Он такой, в Украине. По-моему, я вообще красавчик. Этих обошел, они даже не поняли, что произошло. Минуточка самодовольного лица. Да, да, я прошел Хитмана, наконец-то, как задумывали создатели этой игры. Мыло. Не знаю, зачем нам это мыло. Ого. А, я тут могу выйти. Что за мешатель? Ну, погнали тогда. А он спит, поэтому я могу это сделать, да? Тут переодеться можно. Что-то еще подобрать могу. А, и вот я свой, да? Ё-моё. Ай-ай-ай, этот уже палит. Странно, ну да ладно. Как минимум там я прошел как свой. Иди давай, застрял. Он не идет. А, вот, наконец. Понятно. В общем, если разработчики сказали, что я могу только тут проходить, то будешь ты проходить только там. Не, не можешь по льду. А! Фу, вроде успел. Нет. А, я теперь могу просто пройти, все, я понял. Есть такое дело. Горит закрыто. А я что могу? А, ты можешь залезть, отлично. Ну, во-первых, мы это возьмем. Да встань ты уже его. О, да, отлично. Я думаю, мне нужно снова переодеться. А еще его надо выкинуть. Как тебя выкинуть? А, вот, наверное, вот так, да? Все, красавчик. Будет. А, и, наверное, может, это его бы ослепило. Возможно. Это мои предположения, я, в общем, не знаю. Опа. Ай-ай. Да, только что ударило. Слушайте, ну... Тут вопрос. Какие-то уже серьезные чуваки. Раз, два, три, четыре... Так, да, их многовато. Пять чуваков. Уже нет, блин, вот что надо было. А, вот он еще один, да, наверное? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не заметили вроде как. А если вот так? Что он сделал? А, ну начало растекать. Пса. То есть, если я стрельну, загорится, или как это будет работать?
Ну это обычный. Опа. Whole train full of mercs to guard one guy. You know who he is, right? Sure, sure. Everyone's very impressed. I get it, I get it. Я не совсем понимаю, что мне можно сделать. Сейчас вернемся мы на место. Ну давайте попробуем, я не знаю. Это просто граната была. А, как интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня серьезная заруба началась. Ладно. Я думал, вы сейчас все взорветесь там. Ядрение чения просто. Слушай, может ты выкинешь это, а? Я их, походу, убить даже не могу, да? А, нет, могу все-таки, но много нужно патронов. Ага, выжил, ничего себе. Ага, нет, патронов больше. Но, похоже, все. Было круто, весело. Я спалился. И у меня теперь проблема. Я просто думал, что то светошумовая граната. А она оказалась, ну, обычная боевая. Я ж прикалывался, что в конце будет босс. А вот, по сути, и есть босс. Ну, в смысле, у него голова вообще не защищена, и я не могу его убить. Так, ну вот такие вот дела, как-то так. Каким-то чудом все-таки я выжил. Переодеваемся, короче, в этого супер крутого чувака. Берем твое тело. Да, если бы я патронов, вот как я говорю, не накрафтил бы, то я бы тут сейчас отлетел бы. Берем все, что можно брать. О, ничего себе у вас пушки тут есть. А вы крутые. Есть еще что-то? Да, вот это мы, конечно же, возьмем с собой. И вот это мы, конечно же, возьмем. И это мы тоже возьмем. Почку не возьмем. А жаль, я бы взял. А, это я переоделся, да? Да. Смотрим, здесь у нас 60 патронов. 4. Вот это можно перезарядить. Слушайте, а ну закрой. А не может, да? Что-то могу ж взять? Одну несчастную? Хоть лом мне оставили? Нет, лом теперь потратился. Круто. И взамен что я взял еще одну, да? Либо там по-другому это переводится. Ну, тут нам повезло. Все, сюда мы уже ничего не вставляем. Мы теперь знаем, что это такое. А, ну в теории мы можем просто кинуть гранату под бочку. Если бочка рванет. Я не знаю, есть ли смысл теперь скрываться. Что-то мне кажется, что я теперь в любом случае буду палить. Что я не свой. О, это нам надо. Потеряли лом, возобновили лом. Ничего себе, тату-то лута. О-о-о-о-о-о. Я не верю своим глазам. По-моему, мы еще одну тогда гранату можем одну взять, да? Я буду ее брать, потому что если в конце там будет просто толпа чуваков,
А тут что? О, гвоздем можно открыть? Давай. Тоже пригодится. Так, ну что, как быстро вы меня спалите? Ладно, давайте сохранимся на всякий. И теперь пойдем. Если начнут меня палить. Так, палят. А? Смотри, что я делаю. Быстрее. Ух, ну это прям повезло. Потому что у меня уже даже банально патронов не было на ту толпу. Что, я могу переодеться в чувака? Круто. Только мне теперь придется избавиться, наверное, от этих всех. Не, у него тоже волына. Хорошо. Я тебя услышал, увидел. Делаем следующую движуху. Во-первых, мы берем дробаш, выбрасываем дробаш. Мне кажется, я там, не знаю, той же сосулькой могу его сейчас убрать. Надо, чтобы он отвернулся. Молодец. Иджа! Круто, по-моему, не? Никто ничего не заподозрил. Ля-ля-ля. Иди сюда, мой хороший. Давай мы, наверное, в тебя переоденемся. Все, да, теперь моя волына легальна. Ой, мы на патроны пустим. Все, закрывай. Ну ладно. Ну некуда, да, мне тело. Максимум, что я могу, это вот сюда его закинуть. А, есть куда. Все, я понял. Сейчас. Секундочку. Сейчас все сделаем. Как положено, как задумывалось. Все. Спасибо. Могу сюда зайти. Я свой. Красавчик. Ну, и я почти пришел. Ага, это намек на то, что минус все вагоны, да? Пока. И что, мы сам на сам? Ну тут машиниста, конечно, они не показали, что странно. Сейчас, наверное, опять начнется речь. Я полагаю, нет смысла звать на помощь. Да. Похоже, я сам навлек это на себя. Отличный ход, мисс Бёрнетт. Ты действительно думаешь, что нас может противостоять всей этой силе? Люди устроены по-другому. Она отвергает силу, а не ответственность. Благородная идея. Но вернись ко мне в реальный мир. Думаю, ты уже знаешь, что это. Почему просто не забрать ее? Прими того, кем ты всегда должен был быть. Нет, больше никогда. Что ж, я попытался. Тогда вперед. Делай дело. По крайней мере, я умру, зная, кто я такой. Я так и думал, что надо было уколоть его. Что ты делаешь? Угадай с одного раза. Вот что значит потерять все. Ты делаешь ошибку.
Это мое дело. Простите, кажется, что... О чем мы говорили? Не беспокойся, мы уже закончили. Но была не та сыворотка, он бы забыл все. International finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil, while the lead founder Tim Quinn and a bunch of other people step down. Год спустя. Прошло много времени, агент 47. Я больше не тот, кем я был. Все закончено. Проект мертв. И все же, здесь ты есть. Я выбрал этот путь, потому что я мог. Здесь всегда будут люди, как они. Так что всегда будут такие люди и как мы. Никто не является неприкасаемым. Я рад вернуться. Я так полагаю, усё? Ну, концовочка мне понравилась. В общем, у меня еще куплена вторая часть. По графону там будет плюс-минус одно и то же, потому что это явно один и тот же движок. И там есть русский. Поэтому там смотреть будет намного интереснее, потому что там все диалоги переведены, ну и ты как-то сильнее погружаешься во все происходящее. Вот поэтому, ну, если кто-то дожил до этого момента и есть желающие посмотреть прохождение второго Хитмана в моем исполнении, то пишите. Ну, а на этом мы заканчиваем с третьим Хитманом. До новых встреч в новых играх. Пока!